Юго-Восточная Азия, год 45-й, война. В прошлом недавнем гимназия, но как повзрослела она. Девочка эта из Англии, внучка княжны и посла. Сделала все, как в Евангелии, и офицера спасла. Вывезла будто умершего в Индию, борт отпросив, через начальника СМЕРШего и дальше в Бенгальский залив. Мнилась ему эвтаназия, но не сдавалась она. Юго-Восточная Азия и чья-то чужая страна. Там за 4 года, как в кружке спирт разлитых, не изменилась мода. На френч и галифе поет без подзавода. С пластинки Марлен Дитрих для выпившего сброда на берегу в кафе. Туфель полет парусиновый, воздух пропитан тоской, и самолетов бензиновый запах дороги домой. Здесь за морями и бедами мне не остаться с тобой. Встретимся после победы мы, я офицер боевой. Дугласа вздрогнули лопасти, вырвав у девушки зонт. Ждал его в образе пропасти северо-западный фронт. Небо лазури и кадмия, и гон облаков пелерин. День тот советская армия с боем входила в Берлин и встретила у трапа Маруся в черном блеске, ни сына, ни героя, предателя страны, а дальше по этапу поля и перелески, и облаком над строем нарлаговские сны. Но сроки когда-то кончаются, смерть откружила над ним. Он не погиб, не отчаялся, но воротился другим. Оттепель кружит над глобусом, что-то Хрущев нам кричит, а он управляет автобусом и дома все больше молчит. И только засыпая, к Бенгальскому заливу он может опускаться, и девушка к нему, открыто улыбаясь, идет неторопливо, и долго просыпаться не хочется ему. Там за 4 года, как в кружке спирт разлитых, не изменилась мода. На френч и галифе поет без подзавода. С пластинки Марлен Дитрих для выжившего сброда на берегу в кафе.